У Беларуси снова активизовались банковские ашуканцы. Новые схемы связаны с COVID-19. Людям рассылают поведомления с информацией об сборе сродков, которые небыто проводят доброчинные организации. Мета сбору – распрацовка вакцины от коронавируса. Ашуканцы поведомляют своим ахвярам, что банк у однобаковым парадку пералічвае проценты по депозите у фонд борьбы с COVID-19 у отповедности с постановой Совета министров. Зразумела, подобных документов не існуе. Зламысники присылают спасылку, при переходе по якой система потребуе увести особистые дадзеныя и номер банковской картки. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать некоторым рекомендациям по безопасности. Во-первых, проверить информацию об организации, от имени которой осуществляется сбор пожертвований. А во-вторых, убедиться в том, что организация действительно проводит такой сбор. И в-третьих, с осторожностью отнестись к людям, которые собирают деньги в общественных местах. Кроме того, не стоит забывать о правилах безопасного пользования банковскими картами. Не стоит никому сообщать свои личные данные, данные карточки, коды, приходящие по СМС, а также вводить эти данные на подозрительных сайтах.